Здравствуйте, вы на канале Мотохайкер. Я сейчас, вернувшись с мойки, решил смазать свою цепь и записать вот такой небольшой ролик, в котором я покажу, как я это делаю. Для начала я ставлю мотоцикл на подкат. У меня универсальный подкат, я брал его в Луисе за очень недорого. Ну, он меня очень хорошо выручает именно для смазки цепи. Так, что? Ну, теперь я включаю первую передачу. Даю немножко покрутиться и наношу специальную смазку цепи, которая потом видно, как она намазана, то есть она белого такого цвета. Ну и все, собственно, быстро смазал, снимаем с подката, обязательно ставим подножку и аккуратненько опускаем, все время пытаемся тянуть на левую сторону, чтобы мотоцикл не перевернулся. Один раз у меня он уже перевернулся в ту сторону, куда не надо. Поэтому сейчас я очень внимательно к этому отношусь. Ну вот, собственно, и все. Такое вот коротенькое видео, как я мажу цепь.